Майни, вновь с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на Алана Бейкера. Его новое видео называется «Анимация против математики». Мы же все любим математику. Там мало Юрия Метри. Ладно, я знаю, что большинство из вас ее просто терпеть не может. Но давайте же посмотрим. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что у него появился магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в Майни Шоп уже скидки, поэтому, ребята, донаты, Steam пополнение, всякие геншины, приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. Один. Один равно один. Ничего себе. Гениально. Прикольно сделано. У меня так анимировано. Бесконечный предел. Блин, ну пока прикольно. Непонятно, к чему это пока приведет. Сто. Убежал математический мир. Все, равенства нет. А где равенство? Равенство пропало. Не дергай. Ствол убери. Волыну. Прикольно. Нет, слушайте, а круто сделано на самом деле. Это на самом деле очень неплохо. Ну, если это дети посмотрят, они немножко могут понять некоторые вещи. Это круто. Это показывает довольно быстро, но... Ну вот, типа, что будет сидеть на ноль, все. Это цикл. Ну, мир не свернулся, как видите, все нормально. Прикольно, как показать 4 в квадрате. Очень круто сделано. Ой, как вообще круто. Я думал, что это такая эпичная будет математика. Буквы. Ну и когда появятся буквы, это уже все, это уже все. What?
Что же происходит? Прикольно, окружность типа описал, нормально. Кидай сюрикен. Он примножил скорость, неплохо. Прикольно, нет, слушайте, круто сделано. Офигеваю по-математически, да-да-да. Ля, отпало, ну такое бывает. Такое случается. Координаты, типа ось координат начинается. Ну да, ось координат начинается, окей. Градусы. Радиан. У нас радиан мы не используем обычно в нашей системе. Мы используем просто градусы, но тут радианы, да. Ой, даже не помню, как там радианы переводятся по градусам. Часто плохо помню. Блин, я не знаю, почему это ему пришло в голову, но это очень круто. Это реально очень круто, типа, немножко мозг взрывается, потому что он это классно показывает. О, число пи. Ой, косинус и синус начинается, тригонометрия. Наша любимая, великолепная. О, синусоида. Вот это прикольно, когда одновременно косинус и синус. Вообще круто сделано, гляньте. Вау. Опять ты! У меня так уже константы в ход пошли, да? Шикарно. Ой, классно, классно. Жабьем пошел в бой, нормально. Ха-ха, прошел через координату минусовую, классно, классно. Типа, ну когда не понял, он был на минусовой координате, изнул на себя минус, поэтому он оказался в плюсовой, потому что минус на минус дает плюс. Прикольно, прикольно придумано, да? Оля, мне тоже страшно выглядит. О, тангенсы, функции. Ты
Типа, на самом деле, недавно же повторял некоторые вещи в математике, но, честно говоря, некоторые вещи не понимаю сейчас в ролике. То есть, я как бы вспоминаю, но настолько давно я учился, во-первых, в школе, настолько я плохо знал вот уже высшую математику, вот некоторые вещи. Ну, это, сказать, что прям выше, это начало высшей математики, что уже начинает... Ну, всякие окружности, понятно. Окружности, функции. Ну, как некоторые вещи работать, я уже забыл. Ну, или, конечно, это мега эпично. Бесконечность. Вооружились. Ну это так балдежно! Аннигиляторная пушка! Блин, мне интересно, есть ли уже реакция от реально чуваков-математиков на это видео? Я хочу реакцию математиков на это видео, это же круто. Вот знаете, именно профессиональных математиков. Не, это аннигилировал. Это уже аннигилировал. Все, вошел в мир абстракций. Подергал за хвостик. Это уже страшно смотрится.
Это страшно, это страшно, но это круто. Это реально очень круто. Кошмар восьмиклассника. Ох, блин. Ну сложно, сложно. Ну, блин, это круто. Это реально очень круто. Я не ожидал, что это будет настолько эпично и невероятно интересно. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на канал. Господи, Алана Беккера. Забыл название. Всем удачки, всем пока. Пау.